40 лет исполнилось токсикологической службе Тюменской области. Ее задача – экстренная помощь при острых непищевых отравлениях. К юбилею приурочили научную конференцию. Поздравить наших врачей приехали коллеги из Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, Свердловской области, Югры, а также ближайшего зарубежья. Один из наиболее ожидаемых докладов – главного токсиколога Минздрава России Юрия Остапенко о токсикологических угрозах мирного времени. Урал, Сибирь – это территории, где все делают основательно. И поэтому как раз токсикологические центры, которые здесь находятся, они, в общем-то, достаточно хорошо сформированы, развиты. А Тюменский – один из наиболее таких старых, как говорится, имеющих большой опыт работы центров.